Сережа. Понял, ба. Уже все спят. Только не включай свет. Вот вам, пожалуйста, 3 на 4. И с уголком. Ну, так и быть. Знаний у вас маловато. Задам последний вопрос на сообразительность. В Африке на высоковольтных линиях применяют провода очень большого сечения. Почему? В Африке очень жарко. Ну, и провода накаляются. А так как? Амическое сопротивление. Нет, нет, нет. Вы не там ищете причину. Она отношения к физике не имеет. Представьте себе, вы станете инженером. Вам поручат спроектировать ЛЭП для какой-нибудь развивающейся страны. Теперь уже не поручат. Скорее всего. Это у нас семейное. Никаких способностей к технике. Ни у папы, ни у мамы, ни у бабушки. Даже со скидкой на наследственность больше 3 я вам не поставлю. Можете идти. Спасибо. А все-таки почему? Что почему? Почему в Африке применяют толстые провода? Обезьяны, юноша, виснут на проводах, и те рвутся, если тонкие. Понятно. Я же вам говорил, вопрос на сообразительность. Значит, на следующий экзамен мне приходить не стоит? Полагаю, что нет. Сами знаете, какой конкурс. До свидания. Ба, это я. Ба, я получил 3 по физике и не набрал нужное количество баллов. Аня! Аня! Вот ужас, вот ужас! Аня, какой ужас! Сереж провалился. Поздравляю. Я давно знала, что ты никчемный человек. Он готовился к экзаменам с таким отвращением. А сегодня всю ночь проявляла в ванной свои негативы и позитивы. Я представляю, что будет, когда узнает отец и приедет, бросив гастроли. Я тоже представляю, мама. К его приезду я устроюсь работать. Кем ты устроишься? Дворником? А! Надо немедленно звонить Кириллу Васильевичу. Он что-нибудь придумает. Ничего не надо придумывать. Я сам все придумаю. Сегодня же. Что он сказал? Если он задумал... Да ничего я не задумал. Я приду домой, только я приду домой уже кем-то. Понятно? Требуются бухгалтеры, бульдозеристы, сантехники. Даже садовник требуется. А я не умею ни ездить на бульдозере, ни сажать цветы. Всю жизнь я кем-то был. Был школьником, до этого ходил в детский сад. Ребенок – это тоже профессия. Час назад был абитуриентом. А теперь первый раз в жизни стал никем.
Простите. Да-да. Вашему парку не требуются работники? Работники? Да. Без всякой квалификации. Без всякой? Угу. Нужен? Мне, например, нужен режиссер. Пойдем со мной. Да это просто так называется, режиссер. А на самом деле нужно просто следить за порядком. Драться с хулиганами. Что за чепуха? Эти времена канули. Знаешь такое слово старинное? У классиков встречается. В лету. Вот раньше, помню, сразу после войны, решили меня побить. Семеро за углом ждали. Хоть, как говорится, семеро одного не ждут. Ну да ладно, не будем вспоминать. Я ведь тоже с режиссера начинал. А теперь видишь, где сижу? Директор. Будешь аккуратным, тоже будешь директором. Ну как? Согласен? Согласен. Вот и хорошо. Если наглядная агитация не висит, где попало, а статуи не валяются, значит, все в порядке. Значит, я тобой доволен. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. А, Савинов Сергей Ильич. Савинов. Артист такой есть Савинов, слыхал? Слыхал. Это мой папа. Приятная новость. Вот видишь, отец у тебя артист, а ты уже режиссер. Слушай, может, ты уговоришь отца, чтобы он у нас по знакомству выступил, а? А он, кстати, знает, на какую должность ты к нам поступаешь? На какую? Плохую, что ли? Почему плохую? Я этого не говорю. Ну, ладно. Приноси паспорт, две фотокарточки и заступай. Но если только отец тебя выпарит, я тут ни при чем. На третий день я сказал директору, что мне совершенно нечего делать. А он сказал, обратно и налево. Что это значит? Работа у меня идет хорошо, и мои шансы дорасти в будущем до директорской должности повышаются. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, все. Вот финал танца. Итак, пожалуйста, прошу дать пленку. Внимание, все готовы к танцу. Подтянулись. Дайте нормальную танцевальную линию. Центральная линия, дайте линию танца. Станьте посвободнее, танец требует места. Внимание. Раз, два, три, на. Раз, два, хорошо. Раз, точка, два, точка. Легкий подскок, вперед. Раз, два. Раз, два, да. Раз, два. Шестая. Раз, посмотрели. Хорошо. Раз, два, три, заново. Раз, два, вынос. Раз, два, вынос. Куда? Зачем ходите конем? Вот когда я напьюсь пьяный, тогда и будешь командовать мною. А вы сейчас проиграете. Это почему же? Потому что пренебрегли советом кандидата в мастера. Это мы еще посмотрим, куда он кандидат. Посмотрим. Ты чего прицепился? У тебя зачем повязка? Иди да выявляй безобразие. Дай людям культурно отдохнуть. Вот твоя задача. Понял? Понял. Бат. Тебе же говори. Это... Мат. Пусти! Мой. Ну, пусти! Считаю до трех. Раз. Два. Держи.
дежурный. Можно с вами станцевать, только не оглядывайтесь. Если к вам пристают, то близко милиционер, он мой хороший знакомый. Ну, если бы нужно было, я бы сама догадалась. И вообще, не смотрите на меня так. У вас лицо фотогеничное. Какое? Фотогеничное. На фотографиях хорошо выходите. Глупости. Ой. Вот уж никогда хорошо не выходила. Это вас снимали неопытные фотографы. У вас глаза выразительные. Только лоб нужно немножко открыть. Только без рук. Хотите, я вас как следует сниму? Сейчас? Сейчас у меня аппарата нет, и все равно темно. Давайте завтра. Лучше всего в 3. Кому лучше? По солнцу лучше. Я вам сделаю огромный портрет. А мне огромный не нужно. Мне нужно много маленьких, чтобы они в конверт вкладывались. Ладно, согласен. Можем еще станцевать? Мне все равно делать нечего. Уже не нужно. Ну, хорошо, я приду. Только послезавтра. И вы вообще ничего не думайте. Эй, дежурный! Пойдем, выйдем. Поговорим. Знаю я эти разговоры. Выйдем вдвоем, а там вас будет 10 против одного. Угу. Да нет, глазу на глаз, культурно. Пошли, пошли. Иду, иду. Рыжий, куда он тебя потащил? К майке клеится, понял? Вот ты один раз меня обманул, в следующий раз я тебе не поверю. Конечно, вы меня отметелите, но учтите, потом вам будет стыдно. Ой, ладно, я тебя буду бить один. Дай-ка. Когда вот обезьяна взяла в руки палку, она превратилась в человека, а ты... Ну что я? А ты комик. Ладно, живи. Может, когда еще посмеемся. Пошли, пошли. Неизвестный хулиган перебил руку у статуи теннисистки, инвентарный номер 16. Так, а ты, значит, спокойно наблюдал, как он совершает свое гнусное хулиганство, да? Их трое было. Трое. Так не пойдет, Савинов. Когда я был режиссером, то ни одна сволочь не могла прикоснуться к инвентарю. Помню, ждали меня... Семеро. Семеро. Одному приходилось работать, без милиции. Так вы же сами просили, всего на одну партию. Правильно, пусть парень усваивает, пусть привыкает сам за имущество болеть. Поломка-то существенная. Излом. У запястья, вот здесь. А каркас цел? Проволока какая-то внутри торчит. Значит, цел. Доставай теперь гипс и сам загипсуй повреждения, ясно? Ясно. А где его взять? Кого? Гипс. В аптеке, брат. В аптеке. Тебя и этому нужно учить. Понял? Угу. Если зимней ночью, если зимней ночью, если зимней ночью вдруг поверить в то, что скоро лето, тени станут мягче, путь тебе короче, из печальных странствий к нам вернутся те, кто верит в это. Верить, что нельзя иначе, были потери, будут и удачи. Никто не знает, почему взлетают лебеди во тьму и там летают, а
ни весна или ведят, куда неведомо летят, никто не знает. Как бы мне хотелось, как бы мне хотелось, как бы мне хотелось в звездном небе полетать, как птица, чтобы легко летала, да далеко летела, полетать и снова к дому. Мой одноклассник Жорка уверял, что верный способ познакомиться с девушкой – это взять для нее билет в трамвай. Это еще что такое? Да ты, я гляжу, вообще юморист. А стрелки где же? А циферблат? Тебе кто позволил над скульптурным произведением издеваться? У этого произведения на пятки ГОСТ выбит. Номер и цена. Я сам вижу, что не Афродита Кницкая. Но Аполлонов Бельведерских нам не положено. Поэтому изволь сердцем болеть за то, что имеется. За это чучело номер 16? За чучело. Поскольку оно числится в уверенном тебе инвентаре. Эх, парень, я-то думал, поработаешь годик, я тебя зав и за сектором назначу. Зачем? Как зачем? Я сам когда-то был зав и за сектором. Потом дорос до начальника ОХО. А теперь вот целый парк доверили. Директор. Ну и что? Я хотел сказать, что у меня вообще не обнаружилось интереса к административной деятельности. А ты знаешь, что, будучи начальником ОХО, собственноручно приходилось под эти чучела фундаменты класть, поскольку фундаменты в смете не предусмотрены. И скамеечки, вот эти самые, уже будучи директором, собственноручно тоже красить. Что он им... Поскольку маляра не было в штатном расписании. Что вы на меня кричите? Тогда и гипсуйте сами, если вы на все руки мастер. Не дерзи! Если я по-настоящему рассержусь, вместе нам не работать. Это я уже понял. Заявление подашь заму. Серж, а ну ковыляй сюда. Привет, Стасик. Встань визави. Только ты не упади, как в прошлый раз. Не трусь, я все завязываю, слышишь? Слышу, ты каждый день завязываешь. Не веришь? Встань в стойку. Оп. А директор цирка верит. Он мне сказал, бросишь пить, верну в программу. Жим? Сережа, это ты со Стасиком разговариваешь? Он, баба Варя.
Умоляю тебя, Стасик! Это же несовместимость. Давай в стойку. Весь мир знает Станислава Андро, а он работает распространителем билетов. Опять ведь у нас ничего не получится. Уй, я же говорил. Ха, ничтожество. На что он у вас годится? Сережа, он прав. Что я сегодня услышал? Я думала, мой внук работает режиссером. Оказывается, просто вышибалой на танцплощадке. Я этого не переживу. Переживешь. Я уже не работаю. Вышибалой? Угу. Тебя повысили? Меня самого вышибли. Он был настоящий мастер. Как будто бы и свет хорошо стоял. И можно было снимать. А он все бегал, поправлял софиты и кричал: «Чертова тень, она сведет меня с ума!» Потом, когда все было готово, он велел смотреть мне прямо в объектив и сказал: «Тебе сказать, что вылетит птичка, или ты все равно не поверишь?» Я говорю: «Не поверю, но все равно скажите». Тогда он закричал: «Этот мальчик будет поэтом. Он умеет верить в то, во что не верит». А ты вырос и подвел, но зато стал знаменитым. Нет, я ведь показываю не потому, что это я, а потому, что хорошо снято. Снято? Удивительный был старичок. Это он велел папе купить мне фотоаппарат? Ну а что ж не стал фотографом, если не захотел поэтому? И не думал. Это ведь так, для себя. А для меня? Ты бы смог вот так. Тебе больше нравится этот портрет? Ага. Интересно, где продавались такие? Что? Серьги? Ага. Ты спрашиваешь, у меня или у нее? Видишь? Она так хорошо снята, что ты начинаешь задавать ей вопросы. А дело все в сущности в освещении. Оно придает мне сухоестность. Ну, положим, ты была когда-нибудь. Я бы, конечно, мог снять тебя на улице. Но на улице все освещено сверху, а это слишком скучно. Дай лыжу. Ну, дай лыжу. Смотри сюда. Чуть выше голову. Все равно низко. Не могу больше здесь как в бане. Щелки давай. Встань еще повыше. Не полезу, ты нарочно издеваешься. Глупая, я хочу, чтобы ты была еще красивее. Очень красиво, босиком на книжках. Книжки не в кадре. Глупости. Куда ты смотришь? Смотри сюда, ну же! Я снимаю! Ну! Девушка ломает позвоночник, а он ловит кадр. Вам не кажется, мой сын фотограф-садист, а? Здравствуй, папа. Здравствуй. Вы что, ушиблись, да? Вы знаете, один раз он загнал бабушку вот на этот шкаф, хотел ее снять, а у него кончилась пленка. Бабушка говорит: «Сними меня». Говорит: «Не могу снять, пленка кончилась». Он слово «снять» понимает только в прямом фотографическом смысле. Сереж, познакомь меня с девушкой. Это? Как тебя зовут? Майя. Майя. Ого, великолепно. Ну что ж, рад был познакомиться. Веселый у тебя отец. Угу. Это он в драмтеатре «Негры» играет. Он самый. Угадала. Даже не верится, что такой человек может душить женщину. Ошибаешься. Сегодня он будет душить меня. Ни одну Дездемону он так еще не душил. Изнеженное существо. Потенциальный тунеядец. Илья. С каким наслаждением я отдал бы его в армию. Послужить. Не в нашу, конечно, а в царскую. А, ну да, чтобы служил 25 лет. Вот именно. В нашу его не возьмут. Еще год ждать придется. Юность — это возмездие, как сказал один древний перс. Это сказал Ибсен. Вечно со своим древним персом, мама. Генрих Ибсен. Генрик.
Кто? На конце К. Генрик? Он еще поправляет. Несостоявшийся режиссер вышибала. Ну, пусть бы он оставался вышибалой. Ведь не место красит человека. Ты должен стоять, потупив глаза, и презирать самого себя, бездельник. А, по-моему, он презирает не себя, а нас. Помнишь нашу кошку Мурку? Ну? Она презирала нас за то, что мы кормили ее и гладили по шерстке. Имей в виду, с этого дня я начинаю его гладить только против шерстки. Ты у меня... Куда ты направился? У меня пленка проявляется. Если ты меня все время будешь гладить против шерстки, то шерстка постепенно уляжется в другую сторону и будет опять по шерстке. Я тебя буду так гладить, что у тебя волосы будут дыбом стоять. Илья. Кирилл, не заводи детей. Видал? Чадо. А между прочим, насчет Ипсена. Чадо право. На конце-то К. Да ну чепуха. Сейчас проверим. А вообще, Сережа писал всегда исключительно грамотно. Не то, что его папа. Да? Ну, это, знаешь, не от ума. Просто его глаз, как фотоаппарат. Зрительная память. Вот и мне тоже кажется, Аня, когда я представляю нашу Мурку. Ведь ее звали не Мурка, а Катька. Ничего подобного. Катька – это кошка бывшей жены Стасика. Да перестаньте вы, товарищи, насчет Катьки. Нужно же насчет Сережки. У меня грандиозные идеи. Ань. Да. Илья. Ну почему каждый раз, когда я проявляю новую пленку, все, что я снимал раньше, кажется мне скучным, серым и никому не интересным? Кажется, все начинается снова вот с этого самого момента. Слышишь, Сережа? В последний раз решаем за тебя. Кирилл Васильевич поговорит у себя в редакции. Учитывая твою необъяснимую грамотность, словом, пойдешь учеником корректора. Хорошо, мама. Только умоляю тебя, не включай свет, пожалуйста. Ба. Что, Сережа? Несчастье? Наоборот, бабушка. Счастье. Смотри. Какие глаза? Я снимал ее в падении. А-а-а! Вот почему она не позирует. Ей было не до того. Хорошо. Бабушка, это мой самый лучший снимок. Хорошо. Сереженька, этот портрет ты повесишь у меня. Бабушка, я тебе сделаю большую фотографию. Нет. Ну, ба, зачем тебе эта маленькая? Ну, ба, ну смотри, сколько у тебя тут маленьких. Нет. А я тебе сделаю большой портрет в центре. Сережа, это... Чудесно. Чудесно, что вы так начинаете свою жизнь. Сережа? Да. Хорошо, что вас надоумили стать корректором. Вы даже себе не представляете, Сережа, какой долгий путь исканий ошибок пришлось пройти мне. Прежде чем я вот за этим столом нашла свое призвание, я была даже управдомом. Ну, посмотрим гранки, посмотрим. Ну что ж, молодец. У вас просто абсолютный слух на слово. Ну вот скажите, почему вы считаете, что если ошибка не грамматическая,
Только ректор может умыть руки. Ведь считаете, правда? Не знаю. А корректор должен все знать. И даже то, что инициалы Грушко-Заамурского не Н, а П. Я даже кто такой Грушко-Заамурский не знаю. Тогда вы должны были немедленно броситься к энциклопедии и тут же выяснить инициалы Павла Ивановича Грушко-Заамурского, известного в 60-х годах прошлого столетия профессора-ихтиолога. Тем более, что текст набирала Соломина. А у нее всегда больше всего ошибок. Почему больше? Она неграмотная? Хуже. Она поет. Когда набирает, поет. Что с ней не делали? И на месткоме прорабатывали, и выговор объявляли. Поет. Очевидно, ей просто безрадостна ее работа. Вы ведь тоже, наверное, думаете, корректор, кабинетный работник. Заблуждение. Корректоры даже помогли революции. Когда Николай II взошел на престол, в одной петербургской газете была нарочно допущена опечатка. И на другой день вся Россия читала: на голову царя была возложена корова. Не корона, а корова. Вот это и подорвало авторитет царя. Вообще-то, нам в школе говорили, что авторитет царя был подорван в кровавое воскресенье. Да, конечно, конечно. Но и этот случай тоже. У меня почему-то такое предчувствие, что вы всей душой полюбите нашу работу. Правда, Сереж? Не знаю. Привет! Привет! Принес? А может, не сразу? Может, в кино сходим? Днем! Фильм интересный. Там один герой все время говорит: приветик, а вот и я. Его посылают к немцам в разведку, он вбегает в избу и всех. Глупости! Показывай, показывай! Порви у меня на глазах. Зачем рвать? Затем, что глупости. Порви сейчас же. Сама рви. У меня рука не поднимется. Чуть не поднимется. То, что это произведение искусства. Хорошенькое произведение. Прическа вся растрепана. Я же специально в парикмахерскую ходила. Ерунда. Сама-то ерунда. Я хочу, чтобы ты еще сильнее вспотел. Чтобы ты бликовал, понимаешь? И меня во весь рост сними, хорошо?
Для афиши. Зачем тебе афиша? Опять завязываешь? Ты не знаешь? Директор включил меня в программу. Я ему будущими детьми поклялся. Во хохма! 6 раз в году, говорит, разрешаю выпить. На Новый год, на день рождения лучшего друга, свой, жены. Жены у тебя уже нет? Будет. Вернется. Все будет. Я у вас в парке выступать буду, на большой эстраде. А ты меня объявишь русский богатырь Станислав Андро, покоривший город Копенгаген. В парке я уже не работаю. А где? Я теперь корректором работаю в газете. Что-то я не помню, чтобы ты в детстве этим увлекался. А разве надо обязательно в детстве? А как же? Я сколько себя помню, все что-нибудь кидал. Кирпичи кидал, утюги кидал, кошку кидал. А теперь вот билет распространяю. Это же несовместимость. Бред. Нет. Нет, это соломина по ГОСТу невозможно. Вставка продемонстрировала взросшее мастерство. Выставка продемонстрировала возросшее мастерство? Ну да. А какая выставка? Сереженька, какая разница, какая выставка? Какая-то областная фотовыставка. Ну хорошо, ну одна, ну две ошибки. Но 4 ошибки в одной строке? Нет, я не могу, у меня просто глаза болят. Давайте я вычту. Возьмите, Сережа. Только с тройным вниманием продемонстрируйте свое взросшее мастерство. Взросшее мастерство. О. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, дружили. Век не забуду. Я 17 лет работаю ответственным секретарем, а такой ошибки у меня еще не было. Ошибки? Чья это работа? В сатирических работах любители скрывали имеющиеся недостатки. Вскрывали, понимаете? Вскрывали, а не скрывали! У меня, наверное, сейчас трезвонят телефоны в кабинете. Кто из вас правил эту статью? Я правил. Так и знал. Берем из детского сада черт его знает кого, но отвечать будешь, учти, как взрослый. Прошу к главному. Подождите. Я старший корректор, и за все ошибки в конечном итоге отвечаю я. Мне не нужны липовые ответчики. Мне нужна хорошая работа. А пока на ответственнейшем посту сидит допризывник... Это сидит человек. Прежде всего, человек, который начинает жизнь. Стыдно, Ольга Павловна. Демагогия это, извините. Я понимаю, ваш предпенсионный возраст располагает к этакому умиленному благодушию. Это вам. Вам должно быть стыдно так разговаривать с женщиной. Сережа, прошу вас, выйдите. Не выйду. Если я виноват, пусть он меня и ругает. Сережа, я не нуждаюсь в защитниках. Я вас прошу, выйдите. Сережа, а ты что такой грустный? Не выспался? Хуже. А что? Ошибку проворонил.
Мою. Твою. Я уже 3 дня не пою. Как же так? Вот видишь, конфеты грызу. Хочешь? Mm-mm. Ты не очень сердишься-то. Я сам виноват. Ольга Павловна говорит, чтобы видеть чужие ошибки, надо убить в себе читателя. Пол читателя я уже убил. Это когда статья про какую-нибудь крепозную профилактику. А когда такая интересная, про выставку. Нет, ты, я виновата. Ты знаешь, я, наверное, все-таки пела. Савинов! Слушай, может тебе к врачу сходить? Может, это болезнь какая, а? Я не знаю. Ты знаешь, вообще-то я всегда пою. Понимаешь, это у меня с детства. Савинов! Хочешь конфетку, Сережа? Возьми все, у меня еще есть целый пакет. Нет, спасибо. Господи, почему мы такие несчастные? Ступай, путаник. Зачем? А разве рабочий день кончился? Нет, еще. Вот женщина. Вот характер. Я, конечно, бываю невыдержанный. У меня работа такая, понимаете? А она голоса не повысила. А тебя отстояла. Иди, трудись на благо. А как же ошибка? А за ошибку отвечать придется, а как же? Но ошибка ошибки рознь. Объявим Ольге Павловне как старшему корректору предупреждение. Но ведь ошибся-то я. Это же будет нечестно. Послушай, Савинов, иди работай и не ошибайся. Остальное не твоего ума дело. Понимаете? Как я рада, что вы переживаете, Сережа. Теперь вы перестанете делать ошибки и станете корректором с большой буквы. Но это же нечестно. Ведь ошибку допустил я. Пустяки, все уладилось прекрасно, уверяю вас. Для меня предупреждение – это пустяк, а для вас это могло бы кончиться трагедией. Я ведь знаю, как может подкосить первая неудача. Она просто может отвратить человека от любимого дела. Ну, выше голову, Сережа, за работу! А что, Ольга Павловна, хорошо было бы, если бы ученые взяли бы да изобрели машину. Машин? Какую машину? Машину корректора. Вместо нас с вами. Машину корректора? Разве это возможно? Играют же машины в шахматы. Переводят с английского. Значит, возможно. Но ведь в нашу работу нужно вкладывать душу. А что вложит ваша машина? Зато у нее будет производительность, как у целой дивизии корректоров. И никто не будет ни за кого отвечать. Но это же будет ужасно, Сережа. Это же просто чудовищно. Ну, как вам могло прийти это в голову? Что вы, Дополна? Сегодня я ошибся. Завтра вы можете ошибиться. Я же вижу, как вы устаете к вечеру. Устаю. Очень устаю. Но ведь это же радостная усталость, Сережа. Это счастье, ни с чем не сравнимое счастье принесенной пользы. А вы... Закройте дверь, мы заняты. А вы хотите вот это вот счастье подарить безмозглой машине? Вы шутите, Сережа. Если это шутка, то дурная. А если вы действительно так считаете, ну, я могла бы понять Соломину. Она не любит свою работу. Она потому и поет, что ей скучно. Но вы, если и вам скучно вычитывать гранки, что ж,
Значит, я ошибалась, принимая желаемое за действительность. И как это мне не горько, но вы не родились корректором. Да что же такое корректор? Поэт, писатель, Лев Толстой, что ли? Выше, выше. Ему дано право исправлять ошибки у Толстого. Но разве не интереснее всю жизнь ошибаться, как Толстой, чем всю жизнь исправлять чужие ошибки? Да. Всю жизнь я правлю чужие ошибки. Из-за этого, наверное, у меня не было времени совершать свои. Но видите ли, Сережа, как бы вам это объяснить? Я бываю несчастной только в одном. Если бы мне дано было больше прав. Бедный русский язык. В нем 100 000 слов, но он нем. Его коверкают, а он даже не может ответить обидчикам хотя бы одним из тех бранных слов, которыми так богат. И что ж, вот эту вот мою боль вы хотите отдать роботу? Но ведь это же не обязательно. Это просто невозможно, чтобы все думали так, как вы. Можно просто честно относиться к своим обязанностям. Тысячи людей так работают. Это несчастные люди. Они считают дни до пенсии. Мне не хотелось бы видеть вас среди них, Сережа. Ответственный секретарь не удивился, когда я подал ему заявление об уходе. Просто взял и подписал. Как будто он уже давно знал, что я не родился корректором. Как будто так было и нужно. Наверное, и в самом деле так было нужно для дела. А что было нужно мне, этого никто не мог мне подсказать. Опять поешь? Знаешь что? Бросай все к черту и поступай в консерваторию. Может, какая девчонка мечтает стать линотиписткой? А ты так и пропадешь здесь зазря до пенсии. Ведь ты, значит, счастливый человек, если у тебя это с детства. Я уволился. До свидания. Что бы он натворил, будь у него такой же повод к страсти, как у меня, а я... Тупой и жалкий выродок, слоняясь в сонливой лени и А я, тупой и жалкий выродок, слоняясь в сонливой лени. Вам звонил Кирилл Васильевич. Он еще писал о вашем заводе. О вас и о вашем заводе. Да-да, вы Савинов. Хорошо. Ну, а сами-то вы что умеете делать? Могу чему-нибудь научиться, если дадите что попроще. К сожалению, место уборщицы у нас уже занято. Вы знаете, что это такое? Нет. Это электролитический конденсатор. Вам известно его назначение? А, впрочем, это не важно. Вот здесь написано емкость 200 микрофарад. Ниже плюс 30, минус 20. Понятно. Это значит, если фактическая емкость 260 или 160, конденсатор годен. Если больше или меньше, не годен. Интересно. Я вам это говорю не для интереса, а для того, чтобы вы знали, чем будете заниматься. Остальное вам объяснят в цехе. Все. Частотку второго блока измерили? Нет еще. А коэффициент модуляции?
Спасибо. И вот, как всегда, не проверив диода, подключил электролит. Включил прибор и начал замерять режимы. Но ему как вмажет. Ну и молоток. А что случилось? Взрыв. Вечно с ним что-нибудь случается. А представляешь, если бы он конденсатор к силовику подсоединил, представляешь? Представляю, только смутно. А ты что? Взрыв произошел бы моментально и пальчики бы оторвало. Говорят, рожа у него была черная от копоти и перепуганный весь. Да и мы перепугались. Послушай, парень, помоги отнести мне этот сундук на стеллаж. У меня недавно грыжу вырезали. Да врет он. Ему грыжу 3 года назад вырезали. Не верь, грыжу ему никогда не вырезали. Он штангой занимается. Грыжу не вырезают. Ее зашивают. Грыжа – это выпячивание внутренних органов через какие-нибудь отверстия в мышцах. Это как же не вырезают? Послушайте, мой дорогой друг, по-моему, вы насчет грыжи имеете смутное представление. Нет, про грыжу я как раз все знаю. Я раньше работал корректором и один раз правил статью. А она так и называлась. Грыжа. Он и корректором работал. А почему карьера-то скатилась? А? Не по мне оказалось. Ну, молоток. Постой, постой. Я знаю, тебя звать Сергей, а меня Юра. Спасибо. Юра, это вы сами? Что сами? Сами собираете для заграницы? Конечно, сами. Вы ж как дипломаты. Работаете от имени всего Советского Союза. Мистер Пита, дипломат. Молоток. Молоток. А вот мистер Вася не дипломат. Мистер Серж, мистер Боб, мистер Евгений и сэр Пупа. Что за гвалт? Послышно на весь завод. Кто это? Игрек. Кто такой Игрек? Ну, Игорь Петрович, ты же вчера в нем был. А-а-а. О, смотри, наш сын начинает приносить общественную пользу. Вот уж, не ожидал. Кастрюлю бабушка запаяла. У нашей бабушки открылись гениальные способности к паянию. Я напишу на этой кастрюле. Победителю ученику от побежденного учителя. Смотри, скромность в нем проявляется, совсем не ожидал. Кирилл! Кирилл, а? Что это по-твоему? Канифоль. О, умница. А для чего? Ну, чтобы натирать смычок у этой, у скрипки. У скрипки. Эстет. Как тебе только доверяют писать очерки о людях труда? Это канифоль, милый мой, для того, чтобы паять кастрюли и кофейники. А? Ага. Ну, куда ты спешишь? Ребята, снимаю! Нашли чем купить. Особый заказ. Аморальный ущерб. Доброе утро. А квалификация? Мы что, им молотки? Да, мы не молотки. Да я серьезно, ребята. Может, только слухи, ребята. Какие слухи? Несколько тысяч привезли. А что случилось? Да ты понимаешь, нужно срочно отобрать 500 конденсаторов и все именно в 200 микрофарад. И всех нас сажают за твою работу. А у нас высший разряд. Знаю, что высший. Между прочим. Ничего не поделаешь. Это заказ особой важности, если хотите знать. Надеюсь, дополнительных объяснений не потребуется? Не потребуется, Игорь Петрович. Ну, а теперь лично от меня. Очень прошу вас, старики, не подведите. Да что там говорить? Осознали, Игорь Петрович?
За две недели управимся. Нет, нужно за неделю. Можно за три дня. Даже за два. Ведь нас интересует в данном случае 200 микрофарад в конденсаторе или не 200, верно? Ну? Значит, мы настраиваем прибор на цифру 200 намертво. Если в динамике сигнала нет, значит не 200. А насколько больше или меньше для нас в данном случае не важно. Эдисон Кулибин. Молоток. Поздравляю, Савинов. Это первая конструктивная идея, вышедшая из твоей головы. Так, глядишь, и станешь сносным радиотехником. Бывает же в жизни парадокс? Нет, парадокса не предвидится. Никаких иллюзий на этот счет строить не стоит. Мне скучно даже держать в руках схемы, которыми Юра и Петр зачитываются, как детективными романами. Я серая, заурядная личность. Пора сказать себе это прямо. И жить спокойно среди людей, таких большинство. Вместе нам будет довольно весело. Разрешите пройти? Пройти, разрешите, пожалуйста. Что раньше думал? Мне выйти надо. Спят, а потом ноги давят. Ребят, хотите анекдот из актерской жизни? А что случилось? Случилось. Один конденсатор из спецзаказа оказался бракованным. Только один? Ну и что? А то, что весь заказ на смарку пошел, вот что. Звонили директору и ругали его последними словами. А директор Игрика тоже резкими. Ну а Игрик нас, сам понимаешь. А мы друг друга. Кулибин. Дожили. Кулибин, почему у тебя на столе оказался один номинальный конденсатор? Вот чудаки. Это вам они в диковинку. А мне каждый день попадаются. Ты что, вправду думаешь, что это я подсунул негодный конденсатор? Братцы, да это черти что получается. Ведь Сережа в этих делах профессор. Савинова, прошу зайти ко мне. Так значит, все-таки... Иди. Иди, не бойся, мы уже все у него побывали. Расследование по полной форме. Можно, Игорь Петрович? Входи, Савинов. Да, вот, старик, какие дела-то. Ну как вообще ты живешь? Трансформатор от конденсатора отличить уже можешь? Почему вы меня об этом спрашиваете? Может быть, вы меня тоже подозреваете? Как это тоже? А кто еще? Петр. Я понимаю, на меня думать легче всего. Может быть, я действительно еще не умею отличать конденсатор от трансформатора. А почему он подозревает? Кто? Петр, какие у него основания? В буквальном смысле он не подозревает. У него просто есть предположение. Но ты же сказал, подозревает. Ну вот, вы меня уже даже на слове ловите. А что мне ловить тебя на слове? Наивная ты душа. Если бы ты знал, во что обошлась завода эта ошибка. Конечно, все было бы проще, если бы брак допустил ты. Это не я. Честное слово, не я. У меня нюх на бракованные конденсаторы. Я верю. А что конкретно? Если не узнают, кто? Конкретно, что будет ребятам? Ну, для начала лишат возможности работать на экспорт. Видел такую табличку, сделанную в СССР? Конечно, видел. Ну так вот, если конкретно, больше не увидишь.
Только ша, без эмоций. На просмотр посторонних не пускают. Когда выйду, не волнуйся. Ругай меня последними словами. Ладно. Ты сам не волнуйся. И все будет окей. С чего ты решил, что я волнуюсь? Ты присутствуешь при втором рождении Станислава Андро, понял? Угу. Пошел. Просматривается номер Станислава Андронова. Силовой жонглер на свободной лестнице. Пожалуйста. Андронов, это не Андро? Он исчез с арены года 3 назад. Да, из-за травм. Станислав. Все. Порядок. Достаточно, товарищи, нельзя же так сказать. Бросай перш, у тебя не хватит дыхания, ты еще не наработал формы. Порядок. Ядро. Ну? Оп. Сначала думал, ты совсем разбился. А мне сказали, ничего страшного. Ведь у каждого гимнаста бывают такие штуки. Просто опасная профессия. Верно? Это верно. И нога у тебя срастется, как миленькая. Ногу надо было ломать раньше. В моем возрасте кости уже плохо срастаются. А ты ошмел? И вообще, соль и кальция. Мне мама сказала, что это очень способствует сращиванию костей. Поправишься. И у тебя будет огромная афиша с портретом, который я сделал. Ведь тебе нравится это? Нравится. Только ты там понаблюдай в типографии, чтобы хорошо сделали. Ладно? Ладно. Обязательно. Только я в типографии больше не работаю. Опять уволился? Опять. Я теперь на радиозаводе. Легко тебе, Литон.
летаешь, куда захочется. А мне без цирка все, кранты. Прикипел я к нему навеки. Что тут поделаешь? Мама! Мам! Сережа, ты что здесь делаешь? Я сейчас был у Стасика, мама. Мам, я хочу с тобой поговорить по очень важному делу, срочно. Что, сейчас? Да. Да ты с ума сошел. У меня вызов с острой коронарной недостаточностью. Игорь Петрович? Да. Здравствуйте, Игорь. Здравствуй, Сережа. Как ты меня назвал? Простите, Игорь Петрович. Я хочу сделать официальное заявление. Ну что ж, Сережа, я готов выслушать твое официальное заявление. Будешь курить? Нет. Этот номинальный конденсатор с моего стола. Я сначала боялся, трусил, потом все проанализировал, и совесть... Боже, нет. С молочком тебе. И совесть не позволила мне молчать. Ну что ж, Савинов, согласно этой вашей стройной версии, вы матерый вредитель. Почему? Да вот так. Если вы положили заведомо бракованный конденсатор, значит, вы это сделали нарочно, а? Нет. Я клал негодные конденсаторы в ящик, а годные в коробочку. Потом я решил еще раз проверить, не ошибся ли я. Из Харькова возьми. Спасибо. Потом я решил еще раз проверить, не ошибся ли я. А в это время начался обеденный перерыв. Мастер нес коробочку с годными конденсаторами. Тогда я решил проверить негодные. Среди них оказался один номинальный конденсатор, который ребята видели у меня на столе. Можете проверить. Да, стройная теория. Долго придумывал? Вы мне опять не верите. Ты настоящий парень, Сережка. Сделаем тебя со временем приличного радиомонтажника. Не важно, что нет призвания. Ты будешь работать просто, как тысячи других, а? Нет. Нельзя. Почему? Ни один человек сказал. Это несчастные люди, которые без призвания. Уж лучше быть настоящим парнем. Тем более, что до вас меня никто так не называл. Успокойся. Причину брака нашли. Конденсатор имел механическое повреждение. Да нет, какое управление? Что вы? Настройку под открытое небо. Да, на самую неквалифицированную работу. Чтобы почувствовал, что такое физический труд. Да нет, дорогой, нет. Еще не созрели. Примеры где-нибудь так в декабре, я думаю. Да, не раньше. Очень будем рады видеть вас с супругой. Спасибо. На сей раз сам прослежу, чтобы не улизнул. Погнешь спину. Дурь выходит только потом. Только потом. Стараешься. Стараешься не отстать от века. Играешь их романтиками, мечтателями. Что мы видим в действительности? Беспечность, равнодушие. Они не торопятся жить. У них нет нетерпения. Что ты ерзаешь? У тебя что, пленка опять проявляется? Ничего у меня не проявляется. Чего нетерпение? Он даже не понимает. Нетерпение заслужить признание общества. Я представляю, если бы ты играл Отелло, с нетерпением стать заслуженным артистом. Ты бы на самом деле задушил Веру Федоровну. Боже мой, за что? Ой, она такая милая женщина. Вчера в парке сидят двое, он и она. Сережа? Ну почему Сережа? Да, кстати, а где эта девушка? Как ее звали? Майя, что? Что? Мне с ней стало скучно. Ах, по боку, да? Сережа. Вот скучно, вот это скучно очень важно. Я как раз об этом. Сидят двое,
Так, я подсел рядом. Ну да, и думаю, так со стороны понаблюдаю. Ну да, тебе ведь не один год еще играть этих молодых стервецов. Иронии твои не понимаю. Да, играть, да, не один год. Ну вот, сидим, молчим. Они слушают транзистор. Нет, не Бетховена, а так, какие-то звукосочетания. Час сидели, молчали. А я дурак. В спектаклях карабкаю из-за этих остолопов по горам и фонтанирую эрудицией. Ай-яй-яй. Никакой правды жизни. Ну, раз они молчат, значит, и тебе надо молчать. На сцене, правильно. Три часа молчания, чудный спектакль. Им лень, им скучно, им даже прикасаться друг к другу скучно. Они потомство не оставят. Не при Сереженьке будет сказано. Им лень, любить им лень, работать им лень. Ну, ты несколько преувеличиваешь, Илья. Ну, кто же работает на заводах, служит в армии, женится, в конце концов, если не молодежь. Ну да, ты имеешь в виду ничтожную ее часть. Но тем хуже, что мой сын принадлежит к ней. Но почему ты ушел с завода, бездельник? Почему ты оставил парк, бросил типографию? Что, стало скучно, да? А по-твоему, лучше сидеть на нелюбимой работе и считать дни до пенсии, да? Но сколько же можно так прыгать, Сереж? Ведь у тебя нет определенной цели. Цель? Если бы у меня была цель, я бы согласился идти хоть 1000 километров. Карабкался по острым камням и через горы. У меня бы хватило сил. Я знаю. Я горжусь тобой, Сережа. Вот Стасик. Мы все его считали дураком. А ведь у него была цель. Он даже ногу сломал, потому что очень стремился к ней. Но ведь ты-то не собираешься работать в цирке. У тебя действительно нет цели, Сережа. Нельзя же бесконечно сражаться с мельницами. Не знаю. Вам легко меня судить? Действительно, о профессии нужно думать с детства. А я не успел. Но я очень хочу иметь профессию. Любимую и на всю жизнь. И чтобы название у нее не менялось, только мастерство. Вот Королёв начал конструктором и умер конструктором. А Чарли Чаплин всю жизнь был артистом. А если бы тебе, папа, предложили перестать быть артистом, а стать директором театра, ты бы согласился? Ну уж уволь. Ну вот видишь, разве я виноват, что я еще не знаю, чего я хочу? Чего я не хочу, это я уже очень хорошо знаю. Но чего хочу... Ну, а чего же ты не хочешь? Не хочу. Не хочу быть радиотехником. У меня к этому нет никаких способностей. Не хочу быть корректором. Все равно мне не стать таким, как Ольга Павловна. Директором быть не хочу. Не тянет. Не хочу занимать чужого места. Ну, хорошо. А место иждивенца? Тебе нравится? Конечно, нет. Прости, Ба, что ты хотела? Да, я вспомнила, Сережа. Звонила эта девушка Майя. Она очень сокрушалась, что порвала какие-то фотографии, о которых ты якобы знаешь. И она тебя очень просила, если ты будешь переснимать... А, передай, пожалуйста, что я не фотограф, если еще раз позвонит. Послушай, Сережа, ну давай не будем играть в прятки, а посмотрим сермяжной правде в глаза. На сегодняшний день у тебя нет ни цели в жизни, ни таланта к определенному делу. Понимаешь, если бы у тебя был талант, он бы тебя свербил. Как это свербил? Ну, мучил бы, не давал бы покоя. Ты не глупый человек, честный. Для работы это не так уж мало. Смирись, брат. На время. Ну хорошо, хочет, не хочет. Завтра пойдет оформляться на стройку. Труд, между прочим, никогда еще не мешал поискам. Я сам трубил на заводе для театрального училища. И не забудь карточку для пропуска. Нету у меня карточки. Все кончились. Вот. Еще одно доказательство твоей никчемности. Весь дом! Увешан фотографиями, а простой карточки на пропуск нет. Сапожник без сапог. Вот. Ой. Ну вот. Пересох.
Ну, давай. Я сам. Ну? Спасибо. Спасибо. Ой, пожалуйста. Он у нас самостоятельный. Все сам. Все сам. Что, устал? Mm-mm. Вы тоже для бассейна пришли? Или на документ? На документ, ты хотел сказать? Mm-mm. На документ. А для какого бассейна? Ну, в секцию плавания кто записывается. Для пропуска. А, для пропуска. Ну, тогда вам сюда же. А рядом на портрет. А, ну, спасибо. Девушка, можно? Извините. Если на документ, садись. А на портрет? Рядом. Ясно. У меня же вся левая часть лица выйдет темной. Все будет видно. Я не тороплюсь, поправьте прибор. А я тороплюсь, у меня план. Вам вообще вместо того, чтобы слепить клиента, нужно дать верхний свет, а то я к фону прилипну. Слушай, чего пристал? Ты можешь помолчать? Могу. Могу! 6 лет назад здесь работал старик. Вот он фотографировал, что надо. Теперь уж, наверное, умер. Это кто умер? Я умер? Вы? Я. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте, юноша. А я слышу какой-то шум во втором ателье. А здесь, оказывается, речь обо мне. Так почему-то считают, что я умер. Да, меня многие знают. Вот его никто не знает. А вы, наверное, студент? И фотографии для вас хобби? Что вы? Я совсем не студент. Ну, тогда позвольте убедиться, что вы разбираетесь в нашем деле. Или у вас просто хорошо подвешен язык? У меня как раз сидит клиент. А? Ну что ж, юноша. Действуйте. Хотелось в звездном небе полетать, как птица, чтоб легко летала, далеко летела, полетать и снова к дому, к дому, к дому возвратиться. Главное поверить, что нельзя иначе. Были и потери, будут и удачи. Никто не знает, почему взлетают лебеди во тьму и там летают.
А с ними стаи лебедят, куда неведомо летят, никто не знает. Мне понятны ваши идеи. Чует мое сердце, что вы. А он ухмыляется. Вот он думает, что фотоискусство — это пустяки. В Советском Союзе 250 миллионов человек. 241 миллион. 720 тысяч, 134 человека по последней переписи. 134. 134. Вот из него выйдет хороший экономист, счетовод, пожалуйста. Так вот, 250 миллионов человек. И всех надо сфотографировать. Вы можете себе представить, что вдруг люди перестанут сниматься? Фотография – это передний край. Если бы вы знали, какая у вас улыбка. Сохраните ее на лице. Задержите, пожалуйста. Я сейчас. Этот юноша родился художником, можете мне поверить. Сказать, что отсюда вылетит птичка, или вы все равно не поверите? Это похоже на цитату. 6 лет